Алло, мамуля, слышишь? А? Люблю тебя очень. Безмерно я тебя люблю. Что ты хочешь? Мам, ничего не хочу, просто говорю, люблю тебя очень. Спасибо. А что это вдруг? А это просто так, потому что я тебя очень сильно люблю. Решила, чтобы ты не забывала. Да, я тебя тоже очень сильно. Мамуль, давно хотела тебе сказать, я тебя люблю. Я знаю, доченька. А ты что звонишь? Я что звоню? Просто... Нет, просто сказать, что люблю тебя. Да что ты как это, как дурачок, серьезно? Ты серьезно говорю? Давай, ты где? Я в центре, давай. С кем? Мамулечка, любимая моя золотая, я тебя очень сильно люблю. Я очень рада, что именно ты моя мама. Я тебя люблю, обожаю, ты самая-самая лучшая у меня. Спасибо, солнышко, спасибо, я тебя тоже очень-очень люблю. Алло, мамуль. А. Знаешь, что вот давно тебе хотел сказать? Я тебя очень люблю. Да, я тебя люблю. А что такое? Ничего, мам, все нормально. Ничего не случилось, не переживай. А ты где? Ласточка, привет. Привет, мама. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Как у тебя дела? Мам, привет. Мам, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Пока. А что такое? Все нормально. Что такое? Просто так. Обидел? Нет, просто так. Просто так? Да. Как в том мультике? Там, где он букеты дарит. Ну, тоже точно, да. Собачка, за что? Просто так. Именно... Мама, это именно оттуда.